Ломай дверь. Раз, два, три. Французский сценарист, режиссер, актер Биби Насери, сыгравший в ленте «13-й район» местного криминального авторитета. Если вдруг вы не знали, то Биби – младший брат Сами Насери, того самого актера, сыгравший в фильме «Такси» от Люка Бессона. Уже в начале 2000-х Биби активно писал сценарий к таким фильмам, как «Бригада по-французски» и «13-й район». Да-да, вы не ошиблись. Сценарий к фильму был написан Биби при поддержке Люка Бессона. После завершения съемок Биби продолжил изредка появляться на проектах местного масштаба, правда, основной приоритет давал уже написанию сценариев и режиссуре. Так, в 2008-м написал сценарий и снялся в фильме «Дави на газ», в 2012-м играл в драме «Девятое шоссе», а через год выступил в качестве сценариста ленты «13-й район. Кирпичные особняки». Это очень плохая идея. Не стреляй по моей машине!